Яндекс Waters. Я отвечаю за технологическую часть сайта, базы данных, ну и, соответственно, самое главное, за красивяшки. Все, что вы видите красиво, это я. Все, что некрасиво, не я. У нас целая команда. В проект X-Waters мы, по сути, вошли целой командой в студии SoftEdge, которая фактически уже 50% состава работает с X-Waters. Этот год, плавательный год, нас испытывал на прочность. На каждом заплыве было что-то новое и интересное. Вскрывались новые обстоятельства. Достаточно трудно выделить самый интересный заплыв, самый крутой. Он каждый был по-своему крут. Заплыв – это всегда вызов. Вызов не только для участников, которые плывут, но и вызов для организаторов. Причем каждый старт. Несмотря на то, что иногда кажется, что ну все, теперь мы знаем, как делать, мы уже столько сделали, каждый раз происходит что-то новое. С точки зрения зоны моей ответственности, каждый раз приходится придумывать что-то новое, чтобы удивить и порадовать участников с точки зрения визуала, чтобы люди пришли, им понравилось на площадке, чтобы они фотографировались с баннерами, со своими именами, чтобы им хотелось найти свое имя, чтобы они выкладывали эти фотографии в сеть. На самом деле, чтобы организовать заплыв на достойном уровне, есть очень много предварительной работы. И если часть этих работ относится по понятным делам к разговорам с администрацией, организации старта на воде, подготовка всего, поиск волонтеров и так далее. То есть все, что происходит офлайн, также большая часть работы является, которой не видит, собственно, никто, и видит только ее результат, это онлайн. Как результат, люди видят сайт, люди видят лендинг, на который они заходят, смотрят информацию о заплыве, смотрят фотографии, смотрят дистанции, возможно, партнеров. Ну и, собственно, проходят саму процедуру регистрации. В сезоне 2018 мы решили, пока у нас переходное время есть между сезонами, межсезонье так называемое, мы решили полностью переделать концепцию сайта. Сейчас все страницы заплывов являются частью одного большого портала. Ведется единая база. Мы знаем про каждого пловца, сколько заплывов он проплыл, с каким временем. Всю эту информацию храним, всю эту информацию показываем в личном кабинете, который теперь есть у каждого пловца. Ведем полную статистику по всем пловцам. И эту же информацию показываем вам. Чтобы каждый человек получил свою футболку, которую он заказывал, чтобы не потерялась его регистрация и так далее, работает большое количество людей. Особенно это важно, когда происходят процессы перерегистрации, внесения дополнительных опций и так далее. Самый трешовый трэш за этот сезон из технической поддержки — это было последний месяц перед Волгой. При таком количестве участников, разумеется, очень большое количество запросов на перерегистрации. Когда один человек понимает, что он не может, хочет передать слот другому. Вот перед Волгой это было действительно супер жестко. Поэтому в новой платформе мы предусмотрели все это, и это будет теперь происходить гораздо легче, быстрее и удобнее для вас.